Всем привет, дорогие друзья! И сегодня с вами мы нарисуем маркерами губку Боба и Патрика. Первое, с чего надо начать, это сделать набросок наших мультипликационных персонажей. Я сделала набросок карандашом и теперь обвожу все линером. Последняя и любимая моя часть – это разукраска. Вы можете разукрашивать чем угодно – и красками, и фломастерами, и маркерами, и карандашами. Я совсем забыла купить красный маркер, и поэтому смешиваю цвета коричневый с розовым. Губка Боб был слишком бледный, и я решил добавить серого цвета.
Вот такие губка Боб и Патрик у меня получились. Мне очень понравился этот рисунок. Если вам тоже, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а также пиши в комментариях, кого же мне нарисовать еще.